Сегодня на просторах опорного региона России в двух разных местах случились два крупных пожара, в которых сгорели 6 домов, и дошло до того, что самолично губернатор Евгений Куйвашев на заседании Совета мэров акцентировался на этих воспалениях и всех глав муниципалитетов жестко призвал к жесткому соблюдению противопожарного режима, официально введенного в нашей опорной области 15 апреля. Что касается конкретных пожаров, удостоившихся внимания лидера региона, то один из них случился в селе Щелкун, что в Сысерских краях, где на улице Ленина сгорели 4 дома, 2 избушки и 2 садовых домика. Казалось бы, этот пожар к природным не относится. Он заполыхал вроде бы не от сухой травы, хотя причина еще выясняется. Но это просто большой пожар, разогнанный порывами ветра до площади 680 квадратов. Ну, собственно, в этих границах в 3:00 PM воспаление и было локализовано силами 29 бойцов МЧС на 9 машинах. Как вы поняли, случился этот пожар посредь бела дня, потому люди успели выскочить на улицу Ленина и обошлось воспаление без пострадавших. Параллельным курсом в это же время развивался еще более грандиозный пожар в Красноуфимском районе, в окрестностях деревень Чувашково и Колмаково, где в полях полыхала сухая трава, и огонь добрался до населенных пунктов и спалил там 2 избы, одна из которых была необитаемой. Как и в Щелкуне, пострадавших среди разумных нет. Казалось бы, пока еще не катастрофа. Но вы понимаете, что это только начало. Погода как бы шепчет. Горим! По этому поводу вот что сказал губернатор Евгений Куйвашев мэром на сегодняшнем совещании. Цитирую. «Задача, которую я вас прошу держать под постоянным контролем – соблюдение особого противопожарного режима. В подавляющем большинстве в основе возгораний человеческий фактор – приближающиеся майские праздники могут усугубить ситуацию. Прошу усилить информационную работу с жителями». Конец цитаты.